Белое платье, банкет, долгожданные гости, друзья и родственники, шутки, смех, и вот уже настал новый этап в жизни. Свадебная церемония, пожалуй, одно из самых долгожданных событий. Каждому хочется сделать торжество поистине незабываемым. Это дорого, трепетно, но как же все-таки красиво. Итак, в преддверии Дня всех влюбленных предоставляем вашему вниманию топ самых уникальных и интересных свадеб мира. Поехали! Десятое место. Десятое место. Сказочная свадьба. Тем, кто мечтал о жизни как в сказке, подойдет именно этот вариант. Он оказался довольно популярным среди зарубежных пар. Здесь все герои из популярных фильмов и мультиков. Они оставляют свои заботы о спасении мира и междоусобные войны с темными силами. И все это только ради вас и вашей волшебной церемонии. Наслаждайтесь действом, а мы переходим к следующему торжеству. Девятое место. Девятое место. Свадьба со 110 подружками невесты. Парочка из Огайо установила мировой рекорд по количеству подружек невесты. На их свадебной церемонии присутствовало целых 110. Как оказалось, невеста Джилл Степлтон – владелица танцевальной школы. Видимо, не смогла определить наиболее близкую и дорогую подругу, потому пригласила всех своих студенток на эту роль. Ни одна из учениц не смогла отказать. Каждая подружка на свадьбе была одета в своем индивидуальном стиле. Восьмое место. Восьмое место. Миллион алых роз. Именно такой роскошью запомнилась гостям следующая свадьба. Хотя роз было не миллион, а всего около 100 000, тем не менее китайская пара смогла впечатлить гостей и заполучить место в нашем сегодняшнем рейтинге уникальных свадебных церемоний. Для того, чтобы доставить все цветы к назначенному месту, пришлось использовать целых 30 автомобилей. Не знаем, сколько ушло средств на такую церемонию, но, вероятно, молодоженам пришлось прилично раскошелиться. Седьмое место. Седьмое место. И снова молодожены из Поднебесной. В Китае сразу 10 пар сыграли свадьбу в шахте. Экстремалы-молодожены вступили в брачный союз в провинции Шаньси на глубине 300 метров под землей. Выйти замуж за любимого человека в месте, где он работает, по мнению невест, очень даже символично. Шестое место. Шестое место. Свадьба во время прыжка с парашютом. Для многих зарубежных молодожен и эта необычная церемония уже успела превратиться в банальность. По словам пар, самая большая сложность такого мероприятия состоит в поиске священника. Не каждый согласится на такую церемонию. Пятое место. Пятое место. Венчание в Антарктике. На станции Беренсгаузен в единственном на континенте православном храме Святой Троицы. Именно здесь впервые было совершено таинство венчания между россиянкой и гражданином Чили в 2004 году. Четвертое место. Четвертое место. Свадьба на крыле самолета. Еще один вариант для любителей экстремальных ощущений. Жених на одном самолете, невеста на другом. На третьем же, как и полагается, чуть-чуть впереди, священник. Да, наверное, здесь сложно услышать ответ «нет». Молчание предлагаем расценить как знак согласия. Третье место. Третье место. Свадьба на платформе, поднятой над землей. Такое торжество устроила себе пара из Брюсселя. Они и 20 приглашенных гостей на специальной платформе парили над землей на высоте около 50 метров. Неподалеку на другой платформе расположились музыканты. А как только священник объявил брак состоявшимся, парочка незамедлительно спрыгнула вниз. Гостей, конечно, напугали, но в живых решили все-таки остаться. Как оказалось, молодоженов заранее прикрепили к платформе с помощью тросов. Второе место. Второе место. Обручение в акульей клетке. Такие клетки обычно используют аквалангисты для защиты от голодных подводных хищниц. Но в 2010 году одна из пар решила испытать себя и свои отношения. Их свадебная церемония проходила под водой. Место выбирали специально рядом с акульим логовом. Ребята одели водолазные костюмы и смело спустились вниз. Накал страстей и эмоций действительно зашкаливал. При бракосочетании ни одно животное не пострадало. Первое место. И первое место. С молодожены Ной и Эрин решили сыграть свадьбу в состоянии невесомости. Сделать это им удалось на борту специального авиалайнера Boeing 727. Самолет поднимается на высоту 7 километров, после чего летчик тянет штурвал на себя, постепенно повышая угол наклона до 45 градусов. Благодаря этому самолет набирает высоту более 10 километров. Затем судно опускается вниз по параболической траектории, отчего возникает состояние невесомости в течение 20-30 секунд.
Это были все самые уникальные и интересные свадьбы мира. Желаем, чтобы и ваша свадьба запомнилась вам на всю жизнь.